За неделю до Нового года состоялся день открытых дверей в спорткомплексе на Конева, построенном по программе «Газпром детям». На площади в 6000 квадратных метров разместились зал-трансформер, тренажерный зал, а также главный центр притяжения – 25-метровый бассейн, где и прошла церемония открытия. На ней присутствовали олимпийские чемпионы Тищенко и Мухин, ректор СИБГУФ Кашалаев, а также министр спорта Омской области Дмитрий Крикарьянц. Он заверил, что в регионе построят еще два таких же современных ФОКа. В планах сотрудничества правительства Омской области и «Газпрома» именно строительство еще двух комплексов. У нас есть хорошие традиции, у нас есть олимпийские чемпионы, призеры. Но мое, конечно, мнение, чтобы плаванию больше уделяло внимание, больше строили таких спорткомплексов и больше было спортивных школ. Потому что плавание – это наша жизнь. Главная особенность бассейна – специальная система водоочистки, поэтому хлорка не будет мешать плаванию. И заниматься с удовольствием смогут детки всех возрастов. На открытии они показали свои умения, а новая система тайминга учла все, даже самые минимальные достижения. Я посмотрела, и тренажерный зал посмотрела, и буфет есть. Ну, понятно, что мы занимаемся плаванием, поэтому больше у меня эмоций по поводу бассейна. А так везде комфортно, чисто, тепло. На 5 этажах спорткомплекса расположились зал игровых видов спорта, где можно заниматься футболом, волейболом и баскетболом, уютный буфет, зал групповых занятий и двухэтажный тренажерный зал, где в день открытых дверей можно было попробовать все самим. А уже после на базе ФОКа будет тренироваться волейбольная команда «ОПСИБГУОР». Кстати, людям с ограниченными возможностями здоровья здесь будет крайне комфортно. Все помещения оборудованы для их удобства. Отметим, что комплекс «Близнец» только на улице Дианова откроется в Омске в конце февраля.